Вот. А, Хорошо. да, Маргарет начнет сейчас запись. Запись, кажется, началась. Да, я надеюсь, меня слышно. Заранее прошу прощения за, возможно, неустойчивый интернет-соединение. Так или иначе, мы очень рады вас всех видеть, Маргарет. И сегодняшний наш первый семинар искусствоведческого, наша первая встреча искусствоведческого семинара на ITNV пройдет в том формате, в котором она будет в котором он будет проходить и впоследствии, и вкратце, да, я опишу его, у нас каждый раз будет новый модератор, который будет представлять некоторое изображение или группу изображений, памятников искусства, которые мы с вами все вместе будем подробно рассматривать и на основе того, что мы видим, и на основе того, что мы прочли, литература, с ней вы могли познакомиться заранее, а мы будем обсуждать это все. Вот. И продолжится семинар примерно полтора часа, университетская пара. Наш докладчик представит кратко некоторые вводные данные, да, некоторый контекст в течение примерно 10 минут, и впоследствии откроет дискуссию, в ходе которой мы надеемся на ваши самые смелые, самые необычные предположения, вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, задавать. Мы принципиально хотели, чтобы наш семинар носил неформальный, очень демократичный характер. Вот. А теперь несколько технических вопросов. Но я вижу, что имена всех присутствующих участников видны, да, и не требуется никакой корректировки. Но вот для впоследствии, да, вы можете изменить свое имя, нажав на три точки в правом верхнем углу окошка с вашим изображением. Вот. И также я рад сообщить вам, что сегодня с нами работает профессиональный синхронный переводчик Евгений Манжурин, который любезно предложил нам свои услуги. И мы надеемся, что и впоследствии ему тоже удастся нам помогать. Вот. Для того, чтобы подключиться к синхронному переводу, Маргарет разместила сообщение в чате, вы можете его прочитать. Я вкратце также расскажу, что на нижней панели вашего экрана есть кнопка «Перевод», иконка, изображающая глобус. Для того, чтобы получать синхронный перевод с английского на русский язык, да, когда кто-то из наших коллег будет говорить по-английски, вам нужно нажать на эту кнопку «Перевод» и выбрать русский канал. И таким образом вы сможете слышать синхронный перевод. Еще одно техническое замечание, что желательно для тех, кто слушает синхронный перевод, слушать его в наушниках или, по крайней мере, когда вы его слушаете, выключать собственный микрофон, потому что иначе этот звук пойдет в общий канал, и это будет небольшая накладка. Вот, когда перевод вам больше не понадобится, вам также необходимо нажать на эту же кнопку и выключить синхронный перевод. Вот. Я думаю, что по ходу мы с вами с этим техническим вопросом справимся. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете писать в чат лично мне или в общий чат, и мы постараемся решить этот вопрос.
Вот. Еще также мы записываем этот семинар, и впоследствии по желанию докладчика, модератора, эта запись будет доступна тем участникам, которые захотят ее получить, если кто-то, например, не смог к нам присоединиться по той или иной причине. По-моему, все. Маргарет, welcome. All right, so yes, thank you. I unmuted myself. Welcome everyone to the 19V Art History Seminar. We are having this in Russian and English. Today's session will be largely in Russian, but we do have an English language translator, or an English to Russian translator. So our format will be about 90 minutes in all. We'll be with a short presentation today's session. Who's visible here, and then he will lead a discussion following that. So we will be looking forward to seeing his work, hearing about his ideas, and having a discussion of your input, brainstorming. Ага, так, кажется, мы потеряли Маргарет на какое-то время. My Zoom suddenly ended. I am back. I don't know if you can see me. Okay. Yeah, you are back. Okay, I don't know what happened. So I'm back. We are all having, a lot of us are having some connectivity problems. So we'll hope for the best. So as Nikita said, we have a Russian interpretation channel for Russian speakers. Of course, English speakers don't need this, but for your information, there's a small globe at the bottom of the control panel, and that's for the Russian speakers. English speakers don't need to press anything. So we do ask that if you plan to ask a question in English, please speak slowly. Please say, I would like to ask a question in English so that the Russian speakers know to change to the Russian translation channel. So the recording that we're making today is for archival purposes. It will also be available to, Alexei has agreed to make it available to anyone who wishes afterwards, but that for each session, it depends on the individual speaker. So we won't assume that every session will be put onto YouTube, for example. We're not planning that. It's up to the individual speaker. So please be patient with us as we work out our dynamic of this group. We're very much looking forward to starting this session with you. So back to Nikita. Спасибо, Маргарет. И наконец-то мы рады представить нашего первого модератора Алексей Котельвас, который занимается плотно Валентином Серовым, и сегодня он предложит нам разговор на тему, связанную с портретом Гиршмана из Третьяковской галереи кисти Валентина Серова. Алексей, пожалуйста. Спасибо, Никита, спасибо, Маргарет. Я очень признателен вам за приглашение. Должен сразу сказать, что запись нашего разговора действительно будет выложена, независимо от того, что мы сегодня скажем. Я вас очень призываю к активному обсуждению. Портрет, который мы обсуждаем сегодня, тоже был предметом моих исследований, но в силу формата нашей встречи я принципиально не буду озвучивать свои авторские версии, с тем, чтобы наше обсуждение было предельно открытым, и каждый из вас мог вносить в него свою повестку и свои версии. Я хотел бы в обводной части, которая продлится примерно 10 минут, я надеюсь уложиться в это время, позволить себе некоторые комментарии, которые касаются больше не самого портрета, мы будем обсуждать его вместе,
а той историографии, которая этот портрет окружает. Причем мне бы хотелось сказать не о конкретных версиях интерпретации портрета Владимира Гиршмана, потому что вы читали об этом в том хендауте, который мы предлагали, вы проходили по линку, вы читали фрагменты текстов. Мне бы хотелось сказать скорее о тех проблемах историографии, которые сегодня стоят перед исследователями творчества Серова и ряда других так называемых великих русских художников, я очень боюсь этого словосочетания, потому что оно сразу же тянет за собой очень богатые ассоциации и ту мифологию, которая складывалась вокруг этих персон на протяжении позднеимперского периода, на протяжении советского периода, и которая в значительной части сохраняется и сегодня. Если вы зайдете на популярный портал Киберленинка, на котором размещено большое количество русскоязычных научных статей, и впечатаете словосочетание «Валентин Серов», то вы обнаружите, что парадоксальным образом об этом невероятно известном художнике не так много пишут сегодня исследователи. Регулярно выходят альбомы, к ним есть какие-то комментарии, но Серова скорее почитают, они изучают. Как писал в свое время Розанов, происходит своего рода канонизация классиков. Они становятся неким подобием святых, у них формируется какая-то своя агеография, житие, и эти канонические тексты транслируются из одной работы в другую. И для того, чтобы сегодня нам оживить изучение этих выдающихся художников, Серова, Левитана, Репина и других художников, которых канонизировала советская и поздняя имперская историография, нам нужно разобраться с тем, как этот канон устроен, откуда он пошел. Если говорить в целом, то в поздний имперский период относительно этих больших имен русских художников было два полюса в обсуждении. Ну, первый представлял собой Игорь Грабарь, который в 1910-е годы написал серию монографий. Ну, я анализировал подробно монографию о Серове и о Левитане. Это два художника, по которым я восстанавливал ход развития историографии. Эти монографии были достаточно популярны, авторитетны, и на них ссылались в том числе в советское время. Поскольку Игорь Грабарь был сторонником, ну, несмотря на свое западное немецкое образование, помимо российского, я имею в виду Академию художеств, поскольку он был сторонником такого патриотического взгляда на искусство, он создавал мифологию национальных великих русских художников, то его точка зрения была очень востребована в 1930-е годы и далее. А второй полюс в дореволюционный период представлял собой Александр Николаевич Бенуа, который был более западным, более космополитичным, воплощал идеологию мира искусства, с которым, впрочем, Грабарь тоже как-то взаимодействовал, корреспондировал, но, может быть, не настолько глубоко проникал в идеологию этого течения. И иногда между ними даже происходила дискуссия. Когда случилась революция в 20-е годы, мы имели не такое большое количество работ, потому что в упадке была типографическая промышленность, тиражи были не очень высокими, но в 1930-е годы предпринимаются попытки создания своего рода мифологии о великих русских художниках. И появляется монографическая выставка в Третьяковской галерее Серова 1935 года, потом выставка Левитана 1938 года. Вопреки традиции юбилейных выставок, которая характерна, ну, по крайней мере, для российского музейного сообщества, эти выставки не были связаны ни с какими юбилейными датами рождения или смерти художников. Они были связаны скорее с намерением создать этот миф о великом русском художнике. И параллельно в эти же годы выходят монографии,
которые можно считать каноном описания творчества и биографии Серова, Репина, Левитана. Потом эти тексты начнут повторяться вновь и вновь. Промежуточным звеном между ними является автобиография Игоря Грабаря, которая выходит в роковой для Советского Союза 1936 год. В ней Грабарь, ну, как бы пишет формально о своей жизни, о своей встрече с другими художниками, но в какой-то степени, и это моя личная точка зрения, эта автобиография является эскизом, скетчем для последующих канонических биографий великих русских художников. По сути, он берет за основу свои предыдущие позднеимперские исследования, но добавляет в них элементы, которые больше характерны для новой советской идеологии. И таким образом он как бы делает эскиз для будущих творческих портретов этих художников. Затем, идя по его стопам, советские искусствоведы создают фундаментальные книги, которые становятся классическими. Сам Грабарь выпускает новую версию, уже советскую, книги о Серове, которая несколько отличается от своего дореволюционного предшественника. Абсолютно же классической монографии о Серове, которая делает представление о его жизни и творчестве, ну, таким каноническим, является работа его ученика Николая Ульянова, которая издана в 1945 году. И вот после 1945 года на долгие-долгие годы никаких изменений от монографии к монографии в изучении творчества Серова нет. Недавно я имел разговор с одной выпускницей престижного российского университета. Она только что окончила факультет истории искусств. И мы разговорились о портрете Владимира Гершмана. И она мне сказала, а нам рассказывали, что он стоит в такой, простите, в такой странной позе, потому что он вытаскивает бумажник из кармана. Ну, это очень старая классово ангажированная, идеологически лучше сказать, ангажированная версия, которая характерна, ну, скорее для такого вульгарно-марксистского, вульгарно-марксистской трактовки этого портрета. И удивительно, что эта версия жива, и она ретранслируется на университетских занятиях. Как же так получилось? Потому что если ты много раз читаешь одно и то же из книги в книгу, эффект реальности наступает. Я скажу еще о двух работах. Я надеюсь, что это не будет слишком долго, но это очень важно озвучить. Среди прочего, мы предлагали вам к прочтению воспоминания Генриетты Гершман. Ну, кто-то из вас знает это хорошо, а кто-то нет, поэтому на всякий случай я прокомментирую этот источник, у меня относительно него есть авторская версия. Воспоминания Генриетты Гершман были опубликованы в советское время. К тому времени Генриетта Леопольдовна давно уже эмигрировала за рубеж и жила сначала во Франции, а потом, кстати, в Соединенных Штатах Америки, в Бостоне. И с ней вступил в переписку знаменитый искусствовед Илья Самойлович Зильберштейн, который активно общался с русскими эмигрантами. Волею судеб ему это было разрешено. И они вступили в длительную переписку. И в двухтомнике, посвященном биографии и творчеству Серова, двухтомнике документов, это исторические источники, это так позиционировано, была опубликована вот это, были опубликованы воспоминания Гершмана. И нам может показаться, что Генриетта Леопольдовна написала эти воспоминания, прислала Зильберштейну, и он их опубликовал. Но когда впервые я открыл этот текст, а к тому времени мне были знакомы уже все основные монографии о Серове, я вдруг испытал чувство дежавю, потому что эта женщина, много десятилетий живущая за рубежом, почему-то цитировала советских искусствоведов. Она не говорила об этом прямо, но я видел повторение отдельных фраз в ее тексте. И тогда мне пришлось сесть и сравнивать ее текст и тексты советских искусствоведов. И вообще разбираться, как возникла
это, как возникли эти воспоминания. И в частности, мне удалось найти публикацию в журнале «Третьяковская галерея», где вдова Ильи Зильберштейна, а она возглавляла, может быть, кто-то из вас знает, РГАЛИ, это знаменитый архив литературы и искусства, она опубликовала промежуточные письма, переписку Зильберштейна и Гиршман, и там же переписку Феликса Юсупова и Зильберштейна. И из этой переписки мы узнаем, каковы были промежуточные версии. Переписка Зильберштейна и Гиршман длилась много лет, и те воспоминания, которые мы видим, являются компиляцией из этих писем. Он задавал ей вопросы, она присылала ответы. Он снова задавал ей вопросы, она снова присылала ответы. И так сложился этот текст. Но читая промежуточные варианты, читая переписку, мы узнаем, в частности, очень интересную вещь. Гиршман говорит: «Я не согласна с такими-то советскими искусствоведами, которые плохо пишут о моем муже. Они пишут, что этот портрет – карикатура, что он к нам плохо относился, что он нас подвергал социальной критике. Нет, мы были близкими друзьями, он дружил и со мной, и с моим мужем», и так далее. И вдруг мы узнаем, что, оказывается, Генриетта Леопольдовна жила за рубежом и читала советских искусствоведов. Причем она ссылается на конкретных. В частности, она ссылается на автобиографию Игоря Грабаря. То есть она берет советские версии биографии Серова, использует их, потому что что-то выпало из ее памяти, чего-то она уже не знала, даже не знала, и в каждом эпизоде творчества Серова добавляет себя как свидетельницу его побед, его страданий и так далее. И, будучи историческим источником, эта версия обретает невероятное могущество. И на Генриетту Гиршман начинают активно ссылаться советские искусствоведы. В конце 80-х годов, кажется, выходит еще один сборник под редакцией Самкова и Зильберштейна. Там уже мы имеем дело не с воспоминаниями, а с перепиской, связанной с именем Серова. В примечаниях они ссылаются на текст Гиршман уже как на источник. Я приведу один сквозной пример, который является очень показательным, хотя он не касается напрямую портрета Гиршмана. Это эпизод, который, может быть, кто-то из вас знает, про ссору Валентина Серова с императрицей Александрой Федоровной. В своей монографии, посвященной Серову 1914 года, Игорь Грабарь об этой ссоре совершенно не упоминает, что якобы художник и императрица поссорились, когда Серов писал портрет Николая II в серой тужурке. В советском варианте монографии, и на это в примечаниях Зильберштейн элегантно указывает, вдруг появляется эта история, что якобы во время сеансов пришла императрица, начала критиковать художника, а тот вручил ей кисть и сказал: «Ну тогда пишите сами». Она обиделась и ушла. А расстроившийся император побежал за ней и потом перед Серовым извинялся. Я подчеркну, что ни одного дореволюционного источника, который об этом бы свидетельствовал, нет. Все они созданы в советское время. Об этом пишет Грабарь. Затем это повторяет Николай Ульянов и ряд других искусствоведов. И эта версия становится уже общепринятой. А потом ее озвучивает Генриетта Гиршман. Но поскольку она свидетель эпохи, мы предпочитаем верить и ей, и Грабарю, который лично знал Серова. И таким образом версия советской историографии становится исторической правдой. Позднее, в двухтомнике 80-х годов, Самков и Зильберштейн уже смешивают эти источники. Они говорят: императрица была слишком эмоциональной, истеричной. Вот что писал об этом Витте. А вот что писала об этом Генриетта Гиршман. Так, как будто она при этом присутствовала. И далее Зильберштейн и Самков ссылаются на свой собственный двухтомник, в котором опубликованы мемуары Гиршман. То есть из-за того, что нам очень трудно бывает, я уже завершаю, различить источники и литературу, наступает эффект реальности. Мы начинаем верить тому, что читаем.
Потому что между серединой 30-х годов и 80-ми в советской историографии относительно имени Серова почти ничего не меняется. А если мы посмотрим чуть-чуть назад, и я прилагал этот текст к нашему семинару, это текст Абрама Эфроса. Он напечатан в 1930 году и скорее отражает досталинскую, но уже послереволюционную историографию. И в ней нет никакого святого Серова. Да, он критически смотрит на своих моделей, но это другое рассуждение. Это рассуждение о художнике как невротике, о художнике, который не всегда контролировал свою эмоциональность, о художнике, чье творчество не настолько связано с реалистической школой русской живописи, на чем всегда настаивали советские искусствоведы, а который пробовал разные стили и стал настолько разнообразным, что ничего окончательного и обобщающего о его творчестве сказать практически нельзя. Эта версия, изложенная в 1930 году и, безусловно, интересная, не могла быть взята на вооружение сталинской историографией и теми искусствоведами, которые следовали за ними, за искусствоведами эпохи сталинизма. И вот свежее дыхание. В 1986 году выходит монография Владимира Алексеевича Леняшина, который уже на волне перестройки пытается деконструировать советские мифы о Серове. Что-то у него выходит, что-то нет. Но его текст уже можно считать научным. В нем уже используются какие-то конкретные методы. Он пытается использовать методы композиционного анализа и критически смотреть на предшествующую историографию. К сожалению, работа Леняшина о портретах Серова была только началом этого пути. У нее должно было быть продолжение. Но нарратив о Серове советский, который так пленил эмигрантку Генриетту Гиршман, продолжал пленять и постсоветских читателей. Много раз повторенная история стала реальностью. Ну а сейчас давайте попробуем обсудить этот портрет и расколдовать его, придать ему черты реальности, посмотреть на него не сквозь призму советской историографии, а как-то по-новому. Итак, коллеги, пожалуйста, вы можете включать микрофоны и высказываться. Я предлагаю, если у вас будут какие-то свои комментарии, которые не входят в основную повестку, вы можете в любой момент их озвучивать, но по умолчанию давайте я начну с первого вопроса, который мы выставили на обсуждение. Что говорит нам вот эта поза Серова, я имею в виду даже не позу, а ракурс. Сам факт, что он развернут к нам в профиль, сообщает ли нам какой-то смысл этого произведения? И какие аналоги существуют в истории искусства, которые позволяют определенным образом интерпретировать этот язык? Кто хотел бы начать? Я понимаю, что я слишком долго, может быть, говорил, но я все-таки надеюсь на ваше участие. Thank you. Thank you very much. I will say a few words in English. So if you want a Russian translation, I will stop my video because I think that it's better, perhaps you have a better connection. So I will start in English, and чтобы подключиться к каналу синхронного перевода с английского на русский, нажмите кнопку перевод, пожалуйста. So I will say in English, thank you so much, Alexei, for your fascinating presentation about the historiography of this interesting work. Your comments resonate with what I have read, because there are so many layers, and I think that this is just a fascinating way to start.
For the pose of Gershwin, I would like to present the idea of it's not exactly this, but it reminds me of ideas about things like the so-called Renaissance elbow. I think you're familiar with the gesture of the Renaissance portraits with the elbows poking forward towards the viewer. And I can certainly send a link in the chat to an article about the Renaissance elbow. This seems to me almost the opposite of that, that he's turned in profile and the elbow is going back into space. So in other words, I'm not thinking about an ideological interpretation. I'm not thinking about what it means, and I'm putting air quotation marks around that, what it means. I'm thinking about the artistic challenge and the use of foreshortening and other factors that would influence this kind of pose. Mm-hmm. So I'll end there, and Russian speakers can change back to the turn off the channel. Спасибо, Маргарет. Да, пожалуй, Ренессанс действительно приходит на ум в первую очередь. И, конечно, мы помним еще такую античную манеру, когда изображались профили на монетах. Если человек стоит в профиль, это, прежде всего, свидетельствует о высоком статусе. Но очень интересно, удалось ли кому-то посмотреть текст Андрея Белого, потому что там... Но он очень тяжело читается для тех, кто не носители языка, потому что Андрей Белый пытается не просто описывать какую-то реальность, а еще и... писать красиво, писать художественно. Он начинает придумывать новые слова практически. И мой опыт чтения этого текста с очень хорошо говорящими по-русски англоязычными коллегами показывает, что это бывает трудно. Но вот в частности он указывает на то, что как бы он возвышал свой профиль. То есть он не просто стоял в профиле, он еще как бы и задирал нос. И это, конечно, свидетельствует о некотором высокомерии. Но любопытно, что, с одной стороны, Андрей Белый знал лично Гершмана и мог иметь о нем подобное мнение. Но, с другой стороны, то, как он описывает его, вряд ли Гершман общался с ним в профиль. Скорее всего, он стоял к нему лицом. Поэтому, судя по всему, Белый описывает не самого Гершмана, а портрет. Хотя он знал его лично. То есть вот эта мифология живописи, она стала еще более значимой, чем реальный человек. Вот. А есть какие-то еще, коллеги, аналогии, вот связанные с какими-то конкретными художниками? Да, вот. Мы видим этот линк. Ага. Пожалуйста. Можно я продолжу то, о чем сказала Маргарет? Мне не совсем это напомнило именно ренессансный локоть. Скорее здесь есть традиция портретов, рука завернутая в жилет, которая идет еще от античных статуй риторов. И об этом тоже есть статья, я тоже кину ссылку на нее. Вот. Мне кажется, что здесь больше к этой традиции отсылает. Угу. Да, но мы начали с вами с профиля, перешли к руке, которая засунута в жилет. Это значит, что просто мы перешли к следующему вопросу в нашем обсуждении. Да, обратите внимание, что Генриетта Гершман, она дает свою версию, она говорит, нет, он не доставал бумажник, он доставал часы. Но предполагается, что он обязательно должен что-то доставать. А версия, которую предлагает нам Мария, она означает, что, в общем-то, он ничего и не должен доставать из кармана, а это просто вот такая манера позирования, которая имела широкое распространение. А есть еще какие-то версии, аналогии, аллюзии, зачем Владимир Гершман засовывает руку в жилет?
Я бы, кстати, Мария, я бы сказал, что не только античные риторы, есть же, конечно, и поближе всякие примеры. Вот, например, если взять почти все статусные портреты Гейнсборо, они обязательно будут. И английская, да, довольно была распространенная традиция в английской портретной живописи. Есть отличная статья на этот сюжет, я ее сейчас вот, да, в чат. Хорошо, мы будем очень признательны. А, я думаю, что мы с Машей говорим, думаем, я тоже хотел предложить эту статью, я думаю, это та же статья, которую я имел в виду. Да, и там очень интересно, как автор действительно прослеживает от античности к XVIII веку, отталкиваясь в каком-то смысле от известного портрета Наполеона, с которым в первую очередь, да, этот жест ассоциируется, его знаменитый портрет в собственном кабинете. И там, мне кажется, предложена любопытная такая аналитическая схема, что нужно, что мы должны различать как бы жест социальный, с одной стороны, и жест как бы который мы воспроизводим в портрете, да, и что в данном случае, исходя из этой как бы исследовательской оптики, мне кажется, здесь не должно быть такого строгого, что сам как бы вопрос по себе, а что же именно он достает в данный момент, и достает ли он что-то вообще, он получается не совсем как бы релевантен, в том плане, что это жест предназначен для портретирования, а что уж там он достает, это уже вопрос второстепенный, но понятно, что художник изображает это таким образом, что все-таки зритель может делать некоторые предположения. То есть другой вопрос, мне кажется, я бы переформулировал так, а хотел ли Серов, чтобы мы задумались о том, а что же там достает Гиршман, да, или вкладывал ли он какой-то конкретно смысл и соответственно, предмет в пиджак, в жилет с портретируемым. Вот, я тем временем, я предлагаю, может быть, я могу, собственно, вывести на экран картинку для того, чтобы мы видели, собственно, да, изображение. Так, сейчас я постараюсь. Я согласен с Никитой, что действительно, может быть, в портрете есть некоторая условность, но вообще это можно анализировать ведь по-разному. Ну, давайте мы действительно начнем вот с такого варианта, к чему он отсылает и какая традиция художественная существует. Вот я вижу, что в обсуждении Элисон Хилтон пишет, что насчет Веласкеса. И да, действительно, эта версия имеет место, и Генриетта Гиршман пишет об этом в своих воспоминаниях. Но Генриетта Гиршман пишет и о своем портрете, и тоже сравнивает с Мининами Веласкеса. Вот на следующем слайде у Никиты есть этот портрет Генриетты Гиршман. Да, вы можете посмотреть из коллекции Третьяковской галереи, замечательная работа. Вот. Но если по поводу портрета Генриетты Гиршман, у меня есть своя версия, что это совсем-совсем не Минина Веласкеса, а другое имеется в виду. Ага. Ой, простите, да-да-да, извините, Ирина, да, он сравнивает с Тицианом, действительно. Вот. А у меня перепуталось. А вот портрет, да, значит, а портрет самой Генриетты Гиршман, она сравнивает, соответственно, с Веласкесом. Вот, а давайте обсудим, используйте микрофон, пожалуйста, да, будем использовать речь. Вот Мария Тарутина пишет, что Сарджент может здесь быть аналогией. Вы не могли бы подробнее это озвучить? Да, конечно, с удовольствием. Спасибо вам большое, очень интересный доклад. И, ну, как мне показалось, конечно, сравнение Сарджента с Серовым – это, мне кажется, уже довольно уже клише в данный момент. Но вот этот вот жест почему-то мне сразу напомнил вот именно портрет Хенри Джеймса. Он, конечно, на 2 года был позже создан. Но там все-таки немножко жест другой. Там все-таки жест, я могу сейчас ссылку в чат сбросить, там жест более, он как-то более расслабленный. А здесь все-таки мне как-то вот версия то, что что-то
он достает, или, может быть, наоборот, что-то закладывает, как, потому что вот, вот он все-таки в вертикальной позе, он стоит. Вот этот вот жест, когда просто рука как-то вот, в жилет вот так вот, это больше, когда все-таки сидит, мне кажется, человек. А здесь то, что он стоит, здесь вот именно мне кажется, здесь что-то такое не очень расслабленное, как будто, вот не знаю, какое-то напряжение, именно как будто не просто вот он стоит, если сравнить с портретом сержанта, то там-то видно, что эта рука, он просто отдыхает. Это такой более, мне кажется, жест, ну, не знаю, здесь все-таки что-то есть такое, я не знаю, как мне кажется. У меня есть одна короткая ремарка, а потом мне хотелось бы углубить вашу версию, потому что мне кажется, что она чрезвычайно важна. Я не думаю, что рука, которая засунута в жилет, это обязательно свойство сидячей позы, потому что вот в британской, в английской живописи, то, о чем говорилось ранее, очень много примеров стоячих портретов. Плюс вообще в российской традиции, ну, советским-то людям вспоминается Ленин, и он как раз стоит обычно на всех скульптурных изображениях, вот, и при этом, ну, допустим, может придерживать лацкан пиджака или еще что-то такое. Но мне кажется важным то, о чем вы сказали, что эта поза именно напряженная, в ней есть тонус. Это дает, во-первых, определенную трактовку характера персонажа, а с другой стороны, ага, да, 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 спасибо за напоминание об этом портрете, действительно есть что-то в этом, вот, а с другой стороны, вот когда мы анализируем позу, знаете, это очень, здесь есть большая проблема, многие искусствоведы, они пытаются сразу схватить позу, то есть прийти сразу к обобщению. Например, если мы используем композиционный анализ, то мы видим позу в ее общих очертаниях, мы видим только силуэты. В этом смысле мы переходим к синтезу, минуя анализ. Мне же кажется, что когда мы работаем с анализом позы, нам необходимо идти по пути анатомии, то есть разбирать все мелкие элементы позы, и лишь затем приходить к обобщению. Если мы будем разбивать эту позу на части, то становится понятно, почему в ней больше напряжения, чем вот в случае с Генри Джеймсом, потому что у него задран локоть. И если у этого задранного локтя какие-то аналоги, кроме ренессансных, потому что можно доставать что-то из пиджака или засовывать руку в жилетку, не задирая локоть так высоко. Это совершенно дисфункционально. Как вы думаете? У меня есть некоторое, ну, отчасти косвенно об этом замечание. Я бы хотела предложить тут, может быть, еще один взгляд, более герметичный, внутри, собственно, самого творчества Серова, потому что вот замечательно, что сейчас перед нами оба портрета, и тем самым мы видим некоторую зеркальность. Они, конечно, не задумывались как пандан, между ними 4 года, но, тем не менее, их связность, мне кажется, здесь присутствует, и она может быть контрастной, и в чем-то они друг другу противопоставляются, но есть между ними и какие-то такие связующие моменты, и вот эта отставленная рука, такая, собственно, дающая фигуре напряжение и акцентирующая очень длинные пальцы, такие ван Дейковские даже. Вот, это, собственно, присутствует в обеих фигурах, и главное, что и у Генриетты, и у Владимира Гершмана, вот, собственно, этот локоть, он как бы подчеркивает бюст, то есть оказывается таким отдельным постаментом внутри этого портрета, как даже, ну, как бы такая скульптурная черта, внесенная, собственно, да, в живопись. И вот когда мы смотрим на них вместе, то именно благодаря рукам они оказываются связанными, очень, очень во многом благодаря тому, какую позицию занимают руки.
потому что у них и формат разный, размер разный несколько, да, и такое обилие разных аксессуаров, предметов в портрете Генриетты, а совершенно противопоставлен, очищен, да, здесь оказывается портрет Владимира, но вот позиция рук их, собственно, связывает. Вот, это с одной стороны. А второе мое замечание касалось бы тоже как бы взгляда такого герметичного изнутри Серовского творчества. Портрет Гиршмана, он 11-го года, а если говорить о портрете Генриетты, то 7-го, и это все приходится на очень такую длительную работу Серова над иллюстрациями к басням Крылова. Она, кажется, 16 лет длилась, в общем, 95-го года, то есть очень-очень долго. И вот там, в этих рисунках серовских, там тоже есть акцентированные такие поднятые лапы у лисицы, у волка. И ну, мне кажется, что в этом есть ну, то, как бы, как он акцентирует, да, этот силуэт, фигуры, вообще вот это его такое очень острое гротесковое видение. И вообще такое сравнение человека с животным, вот это, в общем, ну, какие-то отчасти одновременные его размышления, и поэтому вот может быть какой-то такой модуль, не знаю, такой паттерн, да, вот, который как бы появляется вот в этих работах, в рисунках в этих, он отчасти, да, возможно, возникает и в портретах. Вот, собственно, и как бы герметично изнутри, вот такие два соображения. Спасибо. Спасибо большое. Да, замечательная версия. Я бы сказал, что вот пишет Ирина Афанасьева, верно отмечает, что действительно Эфрос уже писал в 1930 году о некой такой зооморфизации некоторых портретов Серова, что Серов как бы сравнивает Гиршмана с индюком. Но если это может казаться немножко надуманным, то, в принципе, у нас ведь есть еще и скетчи Серова, например, есть портрет Ванды Лавандовской, и есть скетч на нее, где она представлена такой крысой. И, ну, насколько это злое изображение или ироничное, это очень трудно судить. Мне кажется, это зыбкая граница, которую трудно обозначить. Но, тем не менее, у нас действительно есть конкретные случаи, когда он уподобляет людей животным именно вот в своих карикатурах. Но мне хотелось бы вернуться к другому вашему очень ценному замечанию о том, что это парные портреты. Я, честно говоря, не очень много размышлял на эту тему. И действительно, нас не должно, как мне кажется, смущать обилие предметов в портрете Генриетты Гиршман. Потому что парный портрет, ведь он не всегда настолько симметричен. Все-таки в одном случае это мужской портрет, а в другом женский, и она представляет женский мир. Но если вспоминать Веблена, да, и его тезис о демонстративном потреблении, которое представитель буржуазии осуществляет через свою супругу, то есть у него нет времени столько заниматься потреблением, и она ему помогает для того, чтобы он смог продемонстрировать свое могущество. И в этом смысле ее обилие платьев, украшений, а здесь происходит примерка нового наряда, горностаевой горжетки, то это, в принципе, вполне объяснимо. Это просто портрет Гиршмана – это мужской портрет, и поэтому он более аскетичен. Но развивая вашу мысль, которая, мне кажется, очень важной, я бы сказал, что здесь совпадает еще и фон в каком-то смысле. И вот этот бэкграунд дает тоже ощущение какой-то переклички двух портретов, которые даже в доме Гиршманов не висели рядом. В гостиной у нас есть фотография. Наклоны, mm-hmm. да, у них такие как бы покачивающиеся немножко позиции, которые, ну, как бы по углу наклона вообще коррелируют друг с другом.
Да, пожалуй. И еще я бы сказал, что здесь может быть другая параллель. Я в свое время рассматривал последний портрет Серова. Но есть два портрета, которые претендуют на то, чтобы быть последними. Это портрет княгини Щербатовой из Третьяковской галереи. Это, по сути, из «Воды углем». То есть он еще не был завершен, но он такой большеформатный, обращающий на себя внимание, в том числе и позой. И второй портрет – это портрет Надежды Петровны Ламановой, известной российской модистки, ну, среди тех, кто занимается историей российской моды, это почти культовое имя. И надо сказать, что мне портрет Ламановой, который находится в частной коллекции, его давно никто не видел, вот он много лет находился в Петербурге, и сейчас, несколько лет назад, был продан и переехал в Москву. В общем, этот портрет в свое время мне очень напомнил иллюстрации из модных журналов. И благодаря нашей американской коллеге Кристин Руан, которая великолепно просто описала, какие существовали журналы в поздней Российской империи, у кого был больше тираж, у кого меньше, мне удалось сделать хорошую выборку, ознакомиться с этими журналами. И действительно, есть перекличка еще и с модной позой. То есть он изображает Ламанову, ориентируясь на то, как изображали модных женщин в модных журналах. И вот если говорить о Гиршмане, вы говорите, это подчеркивает бюст, но имея в виду верхнюю часть корпуса, но здесь еще есть определенный поворот корпуса, который в модных изданиях существует для того, чтобы показать силуэт, потому что ну, здесь уже нет у нас турнюра, но есть либо мягкие складки по спинке юбки, либо некая вот эта диагональная линия, то есть есть хвост, иными словами. И чтобы это показать, нужно повернуть модель именно в такую позу. Вообще, один из прижизненных рецензентов после выставки, на которой была представлена эта работа, портрет Генриетты Гиршман, он писал, это же модная картинка, имея в виду, что это иллюстрация, хотя это большое живописное произведение. Вот. Да, спасибо за ваше размышление. А как вы считаете, дорогие коллеги, в какой степени портрет ну, Гиршмана, может быть, его супруги, если у вас есть суждение на эту тему, можно считать этот гротеск ироническим, может быть, сатирическим. Можем ли мы найти какие-то указания на эту грань? Мария, пожалуйста. Знаете, вот я чем больше смотрю вот это на оба этих портрета, и вот как вы, мне кажется, абсолютно правильно подмечаете, жест Генриетты, он элегантный. Он подчеркивает ее талию, ее бюст. А вот жест Гиршмана, он какой-то помимо того, что он неестественный, вот этот вот переход, линия такая изогнутая над локтем, она очень странная. И чем больше я на это смотрю, чем больше мне это кажется, вы знаете, я бы даже сказала, антиэстетическим. То есть здесь как будто что-то немножко даже гротеско, что-то нарушено, как будто ракурс немножко не то или перспектива немножко нарушена специально. Вот. И мне кажется, этот жест, он как бы то, что красиво и элегантно выглядит у Генриетты, выглядит совсем иначе в портрете Гиршмана. И мне кажется, это не случайно. Что то есть вы имеете в виду, что разные есть отношения к ним? Может быть, я не знаю. Может быть. Вот. Но мне кажется, вот это вот очень странный вот этот вот жест. Он неестественный, и вот как будто что-то даже нарушено в пропорциях. Ага. Но вы знаете... Как мне кажется. Да, можно сказать, коллеги? Да-да. Добрый день. Во-первых, Алексей, я тоже хочу присоединиться вот ко всем, кто говорил вам спасибо. Действительно, спасибо. И совершенно замечательное, очень интересное сообщение. И главное, острое, потому что, в общем, вот это вот развенчание мифов, настало время вот делать то, что вы делаете. И это совершенно замечательно, на мой взгляд. И я хочу сказать, коллеги, простите, что вот так вот резко вторглась. Мне кажется, что ну, на мой взгляд, я тут, знаете, вот слушая вас, попробовала, отключила видео и попробовала сделать то, что делает, так приблизительно, да, то, что делает Гиршман, ну, так представить, что на мне жилет, и попробовать вот что-то достать. У меня локоть поднялся ровно так же, как на портрете Гиршмана. Вот
То есть это, может быть, кто-то наоборот это сделает, но вот у меня получилось ровно то же. Приблизительно я видела свое отражение на экране монитора. То есть вот такой забавный опыт, который сказал мне о том, что, может быть, это особенности вот, движения, да, Гиршмана как такового, и никакого подтекста здесь, и никакого вот намека на что-то, да, здесь вовсе даже и нет. И мне кажется, что наши вот такие вот глобальные исследования, да, могут привести к тому, да, от чего мы пытаемся, то есть от чего Алексей вначале пытался оттолкнуться, да, то есть мы начинаем притягивать, да, некоторым образом какие-то вот свои истории и целую такой нарратив, да, вокруг выстраиваем, вокруг от того, чего, может быть, и не существовало. Вот это такая вот, мне кажется, опасная, очень опасная грань. А если мы, например, посмотрим, ну вот на мой взгляд, может быть, Серов, я не специалист по творчеству Серова, я специалист вообще в другой области, я специалист по картинным рамам. Но тем не менее, вот если мы посмотрим, например, на портрет Акимовой, если позволите, я включу демонстрацию экрана, покажу, он у меня есть, я специально, да? Да, то, что Серов называл цыганским портретом. Каком-то из источников, насколько я помню. У меня не получается. Не могу включить демонстрацию экрана, мне не разрешено. Да, попробуйте. Давайте ссылку, может быть, тогда. Да, я разрешил. А, вот все. Разрешили. Вот она у меня на экране, вот. Угу. Да, и ну вот мы снова видим жест, да, то есть вот как некое движение руки, да, и чем-то оно, в общем-то, где-то так и напоминает и Гиршман жену, да, и самого Гиршмана, героя нашей сегодняшней встречи. И, собственно, вот здесь, глядя на этот жест, о чем мы думаем, да, о том, что Акимова любила вот какое-то свое украшение, за которое она взялась? Нет. Да, то есть это я вот к тому, да, то есть я немножко иронизирую, но это я вот к тому, что иногда вот мы выстраиваем историю там, где ее нет. Вот я вот об этом хочу сказать. Я вас понял. Но вы знаете, это очень правильное замечание, на мой взгляд. Вообще в любом исследовании нужно найти границу, когда мы уже начинаем вчитывать. Но я пытался анализировать эти жесты как систему, то есть как бы вот этим портретом, так, Георгий, был ли портретируемый курильщиком, может быть, он сигару держал, ну, может быть, все, конечно. Значит, давайте я вернусь к версии, которую Оксана Лысенко озвучила, и прокомментирую ее немножко. Дело в том, что, на мой взгляд, Вот это поглаживание одежды, перебирание бус и так далее, то, что мы встречаем у ряда серовских моделей, это как раз такая визуальная конвенция эпохи, которая касается женских портретов и женской модной иллюстрации. И, на мой взгляд, это всего лишь жест изящества. Если мы возьмем совокупно, и впервые вот такой жест появляется на портрете Мары Олив. Главное не путать ее с Еленой Ольф. Значит, это в 90-е годы 19 века написанный портрет, очень симпатичный, на темном фоне. И там вот как бы мы видим мерцание украшений и так далее. И жест тоже это богатство подчеркивает. И она, по-моему, была на тот момент замужем с племянником Морозова, что ли. То есть это было уместно. Вот. Она была мужниной женой. Но вот что касается различий, я думаю, что это гендерное различие. То есть это не просто отличие взгляда на супруг Гиршманов, что Серову она нравится, а он нет. Я думаю, что, конечно, это сложнее. Просто есть конвенция, как изображают женщин и как изображают мужчин. И вот мои исследования показали, что существует корреляция, потому что когда Серов изображает творческих мужчин, у него появляются вялые запястья. Посмотрите, как он изображает Михаила Кузьмина, как он изображает
своего друга Коровина, который возлежит там на матрасе, как он изображает Дягилева, вот эти вот жесты. То есть это не может себе позволить деловой мужчина, у него, он будет в тонусе. Он будет монументально сидеть, стоять, и если у него какой-то жест, то он зафиксированный, это не движение. А вот мимолетное движение, вот это поглаживание там чего-то, значит, каких-нибудь бус, украшений и так далее, это как раз специфика женской позы. То есть я думаю, что это гендерное развлечение, действительно, а не отношение к этим людям. Хотя мы встречаем в литературе много и негативного о Владимире Гиршмане, но это может быть больше свойство такого взгляда интеллигенции позднеимперской, которой они еще не были большевиками, но они уже были немножко критиками и где-то царизма, и где-то буржуазии. Это просто их классовый взгляд, он мог иметь место иногда, но действительно совершенно безосновательно говорить, что Серов именно так относился к Владимиру Гиршману персонально. Потому что слишком часто они сотрудничали. Когда ты часто получаешь от человека деньги, может быть, это больше свидетельствует об отношениях, чем то, как ты его написал. Вот. Но я бы еще обратил внимание, по-моему, это Анастасия говорила перед этим, что в чем-то похожи их жесты. Дело в том, что если мы возьмем ранний портрет Генриетты Гиршман, она еще совсем была молода, они только встретились, она упоминает о нем в своих воспоминаниях, где она сидит в кресле, и у нее там, помните, задранный локоть очень сильно. То есть этот гротеск, он, в общем-то, свойственен тому, как изображает Серов. Да, спасибо, Маргарет. Да, я имел в виду именно этот портрет. И, кстати, один из комментаторов, но я боюсь, что в этом есть какие-то следы антисемитизма прижизненных, он говорил о том, что Генриетта Гиршман в своем большом портрете 1911 года стоит в позе еврейского танцора, подчеркивая национальное происхождение и супруги Гиршман, и Владимира Гиршмана. Вот. То есть я не думаю, что Серов что-то подобное имел в виду, но то, что он их изображает сходным образом и там куда-то задран локоть, это факт. Можно скажите, я... да, Никита? Да, я просто хотел отреагировать с одной стороны на то, что Мария Тарутина говорила. Я тоже согласен, что есть некоторая неловкость и напряженность в этой позе, да, и кроме того, там очень необычно демонстрируется продолжение руки, да, вот в этом манжете. И отреагировать на предположение Оксаны, что, да, возможно, Серов изобразил просто, схватил момент. Но мне кажется, что Серов все-таки действительно очень четко и осознанно работает с иконографической традицией. И тот факт, что этот портрет в чем-то выбивается из этой традиции и нетипичен, это видно не только нам, да, искусствоведам, которые знают, значит, эту традицию, но и сам Гиршман, да, по-моему, как раз-таки Леняшин в своей монографии приводит воспоминания, сейчас не вспомню кого, о том, что Гиршману ужасно не нравилась эта поза, да, но что Серов смог его убедить в этой позе остаться. То есть понятно, что вот эта неловкость и неестественность, даже если она ловка и естественно в наших повседневных практиках, да, а в пространстве портрета, в пространстве искусства она осознавалась как такая странная. Да. Но, правда, я обратил внимание, на кого ссылается Леняшин при этом, если я не ошибаюсь, это Ольга Серова. Что она могла помнить, вопрос. То есть, там, знаете, там есть проблема, что вот эта книга Серовой, она очень похожа на книгу Ульянова, в свою очередь. Ульянов немножко похож на Грабаря. Поэтому каждую эту версию, это очень важно, кто говорит. Это же не Леняшин говорит в 86-м году. Он имеет в виду какой-то источник. Насколько этот источник информирован. Но, коллеги, я хочу еще одну версию вам предложить. Я на ней совершенно не настаиваю, но просто есть еще вот такой похожий портрет по позе
давайте я вот просто оставлю это здесь, но вы уже по названию ссылки, кто-то понимает, о чем идет речь. Это граф де Монтескью, Балдини. Вот здесь мы видим тоже такую какую-то нарочитость, развернутость в профиль. И это заставило меня даже на каком-то этапе думать, что это портрет Денди. Ну, единственное, есть, конечно, разница очень большая, что у Балдини очень много вот элементов отдельных здесь подчеркнуто. Это его трость, его перчатки. Мы видим, как переливается эта ткань перчаток на свету. И этой эстетизации, конечно, нет в портрете Гиршмана. Но поза почему-то у меня лично вызывает некоторые ассоциации, хотя, может быть, я глубоко не прав. Возможно, сочетание мимолетности жеста, ну, такой, да, его как бы остановленности вот в процессе, и такой почти зафиксированности в профиль, потому что между ними есть некоторый определенный диссонанс. Вот профиль, который нас как бы, да, к такой вырванности из времени, так сказать, скорее отсылает, и незаконченность жеста, которая, наоборот, к течению времени. По-моему, блистательный совершенно комментарий. Я поражен просто, Анастасия. Да, я не думал никогда об этом. Действительно, получается, там есть определенное противоречие, что с одной стороны идет движение, а с другой стороны идет вот это что-то безвременное. По-моему, совершенно потрясающе. Надо подумать об этом. Кстати, у Линяшина есть потрясающее размышление по поводу портрета Генриетты Гиршман, что она как бы идет, она делает шаг, но ей путь преграждает стул. Это может казаться мелочью, но мы можем это немножко комически воспринимать, но, по сути, она идет в никуда, то есть она замкнута. И действительно, ведь она стоит на фоне зеркала и смотрит в другое зеркало с полуциркульным окончанием, которое висит на противоположной стене. То есть она внутри замкнутого помещения, где есть только она, ее одежда, ее парфюмерия, ее отражение. И нет больше ничего. Мне кажется, что это построение Линяшина, оно очень интересно. То есть это движение, но за которым нет развития какого-то. Другой вопрос, что есть ли в этом сознательный смысл, или это, ну, такое интуитивное восприятие модели, потому что есть, конечно, и бессознательное в творчестве, но это бессознательное так трудно доказывать. Вот. Но спасибо за эту версию, по-моему, она просто фантастическая, что сочетается временное, мимолетное и безвременное. Хотя, коллеги, я единственное, что вот вроде бы звучало в нашем обсуждении версия, что это у Генриетты Гиршман мимолетный жест, а у него он все-таки зафиксированный. Да, нет, вот я вот по этому поводу немножко сомневаюсь. Особенно на контрасте этих портретов. То есть, может быть, он такой безвременный... Бытовой, повседневный, если искать. У Гиршмана? Жены? А у него? У него, я согласна с Никитой. В смысле, что у него бытовой портрет? Нет. Если мы ищем контраст между его профилем и его как бы жестом, то, может быть, жест не столько мимолетен, сколько он как бы отсылает к... Ну, точно не к вневременности, да, а к какому-то такому. То есть, короче, высокое и сниженное противопоставляется друг другу. То есть, с одной стороны, он как будто отчеканенный профиль на монете, горделивый и величавый, а с другой стороны, он занимается какими-то повседневными делами. Нам не важно, что он достает, я согласен. Если развивать в это направление. Да, в этом смысле голова оказывается противопоставлена телу. Ну и еще все-таки контраст отчеканенности и незаконченности. Да. Вот меня еще интересует вот это сочетание такого отставленного локтя и, собственно, другой руки, закинутой за спину. Есть ли этому какие-то аналогии вот как бы в совокупности, да, вот уже по позе как бы целиком фигуры, не когда мы об одной руке говорим, а вот о, так сказать, пластическом целом? Ну, у кого есть версии, может быть, кто-то хочет высказаться на эту тему? Вопрос хороший. Я никогда не думал о второй руке, честно говоря. Но, наверное, зря.
если уж я изучаю позу и ее культурную семантику. Но вообще из сегодняшнего дня, если смотреть на это, но мы можем модернизировать. Рука, убранная назад, но это такой очень строгий жест, почти как жест официанта. С другой стороны, в портретах Серова мы находим этому примеры, которые явно имеют совершенно другой смысл. Это, например, поза Марии Ермоловой в портрете, кажется, 1905 года, где у нее... А, или нет? Подождите. Я путаю что-то. Простите. Нет-нет, там все-таки руки вдруг вперед. Скорее. А, вперед, наоборот, да. Простите. Значит, тогда я имел в виду, кажется, это портрет Гузенбергов. Я могу перепутать фамилию, давайте проверим. Нет, наверное, я перепутал. Сейчас, да-да-да, это портрет Оскара и Розы Грузенберг. Да, перепутал на одну букву. 1910 год, сейчас я вам его продемонстрирую. Так, отправляю ссылку в чат. Вот. Это парный портрет. У них у обоих руки убраны за спину. И еще есть портрет Ламановой 1911 года. Давайте взглянем на него, тем более, что я его уже упоминал сегодня. Знаменитой модистки. Секундочку. Стоп. Ага. Вот, это портрет Ламановой. Но мы здесь не видим вторую руку. Обратите внимание, она отрезана. Мы видим только ее плечо. И это кажется очень странным, потому что даже вот современный фотограф, если делает портрет и отрезает руку, считается страшным грехом. Вообще говоря, ну, как бы изображение героя таким каким-то вроде как не до конца полноценным. У него была рука, но вот ее не видно почему-то. Но это имеет объяснение, потому что я сравнивал этот портрет с модными портретами этого же времени. Да, да, Розалинд, спасибо, что присоединились. Вот. И там часто две руки убраны назад, и весь корпус немножко повернут. Это для того, чтобы показать вот тот силуэт, который мы видим и в портрете Генриетты Гершман. И в этом смысле, хотя мы не видим, что происходит с рукой, но мы понимаем в целом, что она убрана за спину. Но это характерно больше да, спасибо, для женских портретов. Именно вот где-то ближе к 1910 году появляется эта поза в модных журналах. Но что это значит для Гершмана в 1911 году, в эти же годы, понимаете, 10-11 год? Я не думаю, что этого есть какой-то гендерный смысл. То есть... Олег. Да? А можно еще я скажу? Вот если вернуться к портрету Гершмана и посмотреть на него не как на портрет Гершмана, да, то есть не думать о нем как о неком персонаже, да, а подумать, ну, о том, о чем в свое время сказал Пикассо, да, где вы видите женщину, это картина. То есть давайте посмотрим на этот портрет как на абстрактную композицию, да, ну, или как на фигуративную композицию, но именно как на произведение искусства. Мы с вами увидим, что лицо, то есть такое светлое пятно, да, в портрете Гершмана, сейчас я, простите, даже открою, чтобы его увидеть, а воротничок, да, и рука, вот та самая рука, которая является, да, у нас сегодня камнем преткновения, они находятся на одной линии и строят совершенно замечательную диагональ, которая привносит, собственно, динамизм в эту композицию. И также точно, если мы сейчас посмотрим на тот самый поднятый локоть и на тот локоть, который, локоть левой руки, да, убранный назад, мы увидим, что они образуют вторую диагональ. То есть, собственно, вот, может быть, в этом глубинный смысл, да, того, вот, чего хотел художник, когда уговаривал, если таковая история действительно была, когда уговаривал Гершмана встать именно в этой позе.
Серов замечательный художник, да, и для него, ну, безусловно, да, цвет, композиция, как и для любого хорошего художника, да, это все, да, прежде всего, это прежде всего. То есть мы в данном случае, я подчеркну... Это средство, да, то есть я к тому, что вот эта поза, да, пойманная, да, безусловно, она пойманная, какая-то вот замеченная, оказавшаяся, то есть бытовая поза, которая оказалась художнику удобной для того, чтобы выстроить таким совершенно замечательным образом композицию в этом портрете. Это то, о чем говорил, да, Малевич позже, да, когда он в 30-е, в конце 20-х, начале 30-х годов обращается к фигуративной живописи, которую он называет, например, когда пишет портрет, да, живопись на человеческом лице. Да, то есть вот с одной стороны лицо, и совершенно замечательный портрет Малевича, да, а с другой стороны цель-то иная. Да, ну то есть под глубоким смыслом мы имеем в виду как раз эстетический исключительно смысл, форма важна. Да, наверное, в этом есть, безусловно, что-то. Вот. Главное, чтобы мы в этот крест не вкладывали как раз глубокий смысл. А снова и снова, да. Да, вот тогда начнется вчитывание точно. Конечно, да, и тем более, что вот предыдущая еще реплика в начале нашего разговора про скульптурность, она заставляет думать о том, что он выставлял позу определенным образом, это важно было и на уровне эстетики в чистом виде. Да. Но с другой стороны, вы знаете, я думаю о том, ведь в какой-то мере, может быть, позы моделей отражают их самих. Безусловно. Я понимаю, что да, это как бы тот момент, другое когда, не исключает. Да, когда мы как бы уже это иногда ошибка, потому что когда мы рассуждаем как искусствоведы, мы все-таки предполагаем, что мы изучаем чуть больше форму, как бы ее внутри себя, мы изучаем искусство, и мы не воспринимаем это как какой-то документ эпохи, который прозрачный и указывает прямо на какую-то историческую реальность. Надо сказать, что историки даже с вербальными текстами уже давно так не делают. Они все-таки предполагают, что есть дискурс, который сам по себе тоже существует и не всегда на что-то указывает. Но в то же время, если есть такая нарочитость у некоторых моделей Серова, может быть, это отражает их собственную социальную идентификацию? Может быть, все-таки они не всегда себя в этом позднеимперском обществе чувствовали достаточно значимыми, им требовались вот эти специальные какие-то жесты, и которые считывал Серов, потому что можно же доставать действительно часы из кармана, но делать это так нарочито, что художник наблюдает и видит это. И он думает, что почему бы мне не изобразить эту нарочитость? I would like to say something in English, so that perhaps our Russian colleagues can change to the Russian channel. I wanted to follow on what something that Oksana said about the way, the formal idea that these two, the gesture, the way the lines move together. And I wanted to put something in the chat that just came to mind. I'm not suggesting that they are related in any way, but it's a similar way that Mary Cassatt in this painting has the girl's hands, the way the line of the arms, the braid, the way they connect from her body to one side, from one side of the body to the other. So that just came to mind when I heard Оксана's comment. Mm-hmm. Thank you, Margaret. Да, это действительно интересно. Хорошо. Здравствуйте, и спасибо огромное за постановку такого интересного вопроса. Просто вот исходя из композиции, я подумал, может быть, вы упомянули, что портретируемый не хотел так изображаться, его уговорил художник. И как раз я думаю, что композиция раскрывает эту суть и характер человека, когда он сам по своему решению как-то стоит солидно, вы сказали, как официант, я бы сказал иначе, как офицер, может быть, устойчиво. И с другой стороны, другая рука очень противоречит, она как-то разброшена, она как-то динамична. И в этом есть, в этом противоречии есть, по-моему, вся суть, что касается характера человека. Разверните, пожалуйста, эту мысль. Мне кажется, что она еще не завершена. Да, извиняюсь, перебили, звонили. То есть противоречие этих двух поз,
правой и левой руки. И есть, по-моему, тот ключ, как мы можем понять, с одной стороны, человек, который хотел бы так портретироваться, вот левой рукой сзади, а правая рука у него как-то контрастирует и не совсем, ну как сказать, две разные характеры в них видны. Устойчивость, серьезность и какая-то художественность, сказал бы, экстравагантность одновременно. Но если экстравагантность, это нас как раз ведет к балдине. Да, это интересно, хорошо, что это слово прозвучало, потому что, мне кажется, оно хорошо описывает то, что мы видим. Действительно, есть в этом и гротеск, и, может быть, да, какая-то экстравагантность. Потом, кстати, мы ведь еще не поговорили о том, что эта поза позволяет продемонстрировать золотой браслет. Может быть, это важно, вообще-то говоря. Особенно для купца, условно говоря. То есть мы не должны забывать, что перед нами представители купеческого сословия. Это очень многое значит. Они могли испытывать определенную социальную неуверенность и таким образом это демонстрировать. В этом смысле, может быть, Гершман не настолько против подобного портретирования. Что касается того, был ли он против жеста определенной руки, мы знаем только, что, причем от Серовой, что он был... вроде как против позы в целом. Может быть, он как раз был сторонником задранного локтя, а не руки, убранной за спину. Что из этого ему не нравилось, мы не можем теперь выяснить. Вот. Но это я просто уже говорю о такой верификации этой версии. Вот. Но все-таки, как вы считаете, какой-то социальный смысл может или не может присутствовать в этом портрете, на чем настаивали так активно советские искусствоведы? Есть ли точка зрения на этот счет? Может быть, социальный смысл, но без негативного подтекста? Может быть. Да, то есть здесь социальный смысл может быть в том, что этот портрет написан Серовым, да, и это во многом уже позиционирует этот памятник социально, да, потому что Серов — это такой художник, у которого портретируются такие люди в таких странных, экстравагантных позах. И как бы какой-то дополнительный социальный месседж, мне кажется, тут, может быть, был бы излишен и пошел, как марксистские формулировки. Вот. То есть получается, что социальный смысл в том, что человек может себе позволить заплатить Серову за портрет, а дальше он уже терпит, как уже художник захочет его изобразить, так изображает. Хорошая идея. Алексей, я хочу, да, к сожалению, неумолимо время подходит к концу, и, может быть, если есть какие-то последние ремарки, вопросы, и особенно, может быть, у англоязычной аудитории мы немножко, мне кажется, так доминировали русскоязычно. Вот, если есть или нет. Может быть, какие-то мы вопросы вообще не поставили сегодня в обсуждении? Есть какие-то контексты, какие-то подходы, которые могли бы помочь нам в понимании этого произведения? Пожалуйста, Элизабет. Включите, please switch on the microphone. Unmute yourself. Let me see if I can do it. No, I can't do it. Oh. She's getting assistance. So there we go. Just to unmute. Okay. Please start from the beginning. Can I? You can start. Oh. Yes, we can hear you. Hi. Talking about Gershman's portrait, I like to compare the two portraits and all the
background and all the other ambiances of it, Gershman's with that of Yusupova and the social, emotional, physical, and whatnot connotations it has. You know, one is more or less business-like, the other one is sort of upper class ambience, if you want. But anyway, I think that I've always admired Serov for his sensitivity to the background, and so much, and he conveys not just the personality, but also the general background of the sitter. Mm-hmm. So it's just an observation, not necessarily a question, but that, you know, his sensitivity to the context in which the sitter exists. Mm-hmm. Mm-hmm. Because I'm basically a social historian, not an art historian, so it interests me, mm-hmm, as picturing a society. Спасибо за ваш комментарий. Да, я думаю, что это возможно. Серов, пожалуй, обладал этой чувствительностью к восприятию персональности модели. Мы часто обнаруживаем это в его творчестве. Коллеги, есть ли какие-то заключительные комментарии? Мы можем уже заканчивать. Я хочу сказать спасибо большое за ваш семинар, за вот эту вот замечательную саму идею. Это спасибо Маргарет и Никите. Мне тоже кажется, что формат очень интересный. Я думаю, что в следующий раз с другими модераторами мы тоже с удовольствием придем и обсудим какие-то работы, которые нам предложат. Да, Алексей, огромное спасибо за чрезвычайно интересный, насыщенный семинар. Очень много новых идей, я думаю, и у нас, и у вас появилось. И мы, в свою очередь, приглашаем вас всех предлагать темы для наших очередных дискуссий. Мы бы хотели обратить внимание, что мы занимаемся долгим XIX веком, соответственно, с Великой Французской революции до Русской революции. Пожалуйста, предлагайте темы. Мы не ограничиваемся лишь живописью, мы приветствуем и темы, связанные с графикой, с архитектурой, с садово-парковым искусством, со всем, что вам придет в голову. Пожалуйста, будем оставаться на связи. Маргарет? Yes, I'm sorry my video isn't functioning all today, but thank you very, very much, Alexei, for being our first victim. And thank you for everyone for your fascinating comments. And as Nikita just said, we welcome suggestions, proposals for the next subject. We will decide it will be in 3 or 4 weeks. We'll let you know, but it will be about this time. We'll also ask you a few more questions if you have a comment about the time that this is, if you have any suggestions about running it, please let us know. And write to us at the 19V Art History Seminar email if you would like to present. Thank you so much for your participation. Да, большое спасибо. Маргарет, Никита и Алексей, огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Евгений, спасибо большое за что были с нами.